возвращение партизанки и светленькой из мест не столь отдаленных. Интересно, что светленькая сразу же, что-то забыл включить камеру чуть раньше, сразу же начала звать всех, ну, как обычно, квочка зовет. Это то, что они вчера баланду не дохлебали. Теперь, в общем, решили доесть. Принес то, что оставалось. Наверное, в клетке было не очень приятно кушать. Я подумал, может, они выяснять отношения начнут. Ну, посмотрим. Сейчас партизанка занята другими делами. Начала минировать ситуацию. Наверное, купаться будет. А светленькая машет хвостом. Тоже, наверное, купаться будет. Наверное, статус не изменился. По крайней мере, сейчас никто выяснять отношения не собирается. Надо, наверное, поступить следующим образом. Опа. Опа, светленькая и темненькая. Кто из них светлее? Пришла партизанка и всех помирила. Партизанка машет хвостом. Так. Темненькая. Куда? Куда рвать когти в хату? Я думаю, что конфликт исчерпан. Интересно, что когда была еда, никто не рыпался. О, сразу наложила кучу. Нет, пришла, пошла присматриваться, присматривается. Сейчас, наверное, опять начнет. Косо смотрит. Темненькая на светленькую. Так, партизанка пошла выяснять отношения. Не трогай мою подругу. Мы с ней вместе чалились. Не знаю, там попадает в кадр, не попадает. Так, партизанка угрожающе начала двигаться в сторону. Так, 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 так. В сторону курятника. Тут надо дверь закрыть. Голоса уже исправились. И сейчас светленькая. Вот-вот темненькая, смотрите, как она крылья наклонила. Сейчас будет наезжать. Но видит, что партизанка тут главнее и рамсы не путает. Так, партизанка разворачивается, угрожает. В угрожающей позе становится. Но как-то пропустила. Так, преследует. Преследует темненькую. Не спеша, а так методично. Темненькая опять наезжает на светленькую. Светленькая что-то испугалась. Непонятно почему. Ну, в общем, если бы не было партизанки, которая разрулила ситуацию, все было бы несколько неоднозначно, а может быть, однозначно. Статус решили все-таки выяснить. Вроде бы стоит спиной темненькая, но так поглядывает
на светленькую. Сейчас я тебе дам, сейчас я тебя размажу. Светленькая все-таки боится. Партизанка, вот видите, видите, на это наезжает. Показывает, что она тут главнее. Это как петухи показывают перед курами, так куры показывают таким образом, кто из них главнее. Кто из них тут мамаша. Вот почему я не хотел отсаживать саму партизанку. Она старше их на год. Ну и не такая уже крепкая. А так они вдвоем против одной местной. Пришлые получается. Могут показать. Все-таки темненькая сейчас стоит в настороженной такой позе. Боевой. Она бы хотела решить этот вопрос раз и навсегда. А может быть и несколько раз. Но тоже навсегда. Но, как мы видим, так, несколько уважительно посматривает. Немножко боится на партизанку. Обходит куст ореха. И, ускоряясь, набирает скорость. Постепенно делает шаги шире на светленькую. Светленькая, наверное, потеряла свои. Светленькая клюет землю, показывает, что это ее земля немножко. Наверное, не будет биться. А жаль. Она у нас самая крепкая. Решила держаться поближе. Своей подруге. Но все-таки, видите, побаивается. Побаивается немножко. Вместе чалились. Так, опять темненькая. Начинает косо смотреть. Как она косо смотрит. Ох, как она смотрит. Так и хочет подойти сзади клюнуть. Но боится партизанку. Слегка ускоряется. Тут светленькая решила погонять. Молодняк. Но темненькую боится. Так, темненькая начала урчать и махать хвостом. Вызывает. Вызывает на бой. И так хочется решить все вопросы, связанные со статусом. Но, видите, не получается. Поставлю ей еду. Итак, главное остается у нас партизанка, потом это темненькая. Ну, а это светленькая остается третья по статусу среди взрослых. Вот видите, как она прогоняет, прогоняет. Прямо голосом. Ого, ого. Опять разворачивается, так прогоняет грудью. Возможно, еще состоится сражение между темненькой и партизанкой. Но это уже не сейчас. Может быть, это будет без меня. Я должен отлучиться. Поэтому подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Все было очень аккуратно и подозрительно. Смотрите обновления. Пока.